В вашу испанскую квартиру проникают акубусы или скотры, как их называют в других странах. Что делать? В первую очередь надо определить, каким образом вы хотите их выгонять. Если вы хотите выгонять их по суду, то, соответственно, вы вызываете полицию, полиция фиксируется. Дальше вы подаете в суд, нанимаете адвоката, выигрываете там через 1-2, иногда 3 года этот суд. Вам еще через полгода назначают дату выселения. Где-то за день до выселения, как правило, окупаться съезжают. Ну, до этого, соответственно, разгромят полностью вашу квартиру. Второй вариант – это когда вы пытаетесь договориться с окупасами, то есть, ну, дать им бабок. Потому что, поверьте, я уже в предыдущем видео рассказывал, что окупасы – это не просто так, это не просто бомжи или хулиганы, которые к вам залезли. Это те люди, у которых на этом построен бизнес. Соответственно, если вы им предложите бабки, и эти бабки их устроят, то они просто съедут с вашей квартиры. Третий вариант – это когда вы вызываете специализированных парней, которые приезжают и с этим делом разбираются. Как они разбираются? Ну, во-первых, этот вариант действительно только когда вы еще не вызывали полицию ни разу. Потому что если вы вызвали полицию, то тогда уже окупасы будут защищены. То есть полиция была уже вызвана, зафиксировано, что там эти окупасы живут. И потом их адвокаты... А адвокаты вот этих окупасов, они пойдут в суд, доказывают, что вы не правы, что вы там сделали что-то противоправное, и суд встанет на их сторону, и вам придется им еще и денег доплачивать за то, что они к вам залезли. Вы не вызываете полицию, а вызываете людей, которые этим занимаются. Эти ребята приезжают со специальным устройством, которое глушит мобильные сигналы, ну, чтобы они не смогли вызвать полицию и не смогли позвать на помощь своих друзей, тех же самых окупасов, тех же самых адвокатов и других людей, которые им помогают, помогли про них выбрать и проникнуть в ваше жилье. Далее они просто их выгоняют и меняют замки, меняют двери, там уже как договорились. Все, окупасов нет.